Ну-ка. О, носом попробовал. Все, должен угадать. Это какой-то продукт плейсмент, о котором я не знаю? Да. Тебе уже заплатили, да? Крути! Всем привет, ребят! Вы на канале Масики. От школы мы уже устали. Прошла неделька какая-то, а того меньше уже школа надоела. И мы решили разбавить наши школьные видосы челленджем. Значит, у нас будет продукция Pepsi Cola Production, там, или как назвать, против Coca-Cola Production. Вы видите, линейка напитков. Мы что, получается, будем просто их пить? Ха! Просто. Не просто. Я даже предложу призовые. Ну, скажем так, начнем с соточки. А пить вы будете не просто так их. Они будут разлиты в стаканчики. В каждом стаканчике будет свой напиток. Я буду запускать шарик, будет выпадать циферка, к примеру. Ждем. Три красная. И ищем стаканчик с циферкой три красная. Вот он. Здесь есть единичка, 36 и троечка. Кому выпало, пьет и говорит, какой это напиток. Правда будет написано на дне стаканчика. Кто угадает, тому балл. Кто выиграл больше баллов, тому 100 баксов. Открытыми глазами пить, интересно? Да, можешь нюхать, можешь с открытыми. Подсказка, цвет иногда будет. Но цвет может совпадать. Это легко, ты умеешь отличать их? Вот-вот. И вот это кто-то умеет отличать. И вот это, например. Или, скажем, вот это без сахара, вот этого с сахаром. Или, скажем, вот это без сахара, вот этого с сахаром и вот от этого. Ага, напишите в комментариях, кто легко умеет отличать. Папа, а вот зеленый нолик, если вот сюда вот попадет, ага, то это значит сразу выигрываешь? Зеро. Ну, в казино, если ты на это ставишь, и это попадает, вот ты вообще все выигрываешь. А у нас, ну ладно, уговорил, если кого-то попадет на зеленый нолик, тому еще 100 баксов. Ну что, довольны? Устраивают условия? Конечно, конечно. Тогда начнем? Да. Попрошу вас удалиться, а мы с мамой разольем по стаканчикам и наклеим наклейки где что. Ну что, наша рулетка заряжена полностью и готова. Все напитки в стаканчиках. Но вам я не сказал, ребята. Тут есть две темных лошадки. В одной темной и в одной красной. Так, чтобы вы точно не понимали, где что. Будут наликты напитки, которых нету здесь на столе. Я думаю, чего так пахнет? И их надо угадать. А если вы их угадаете, что еще соточку тому, кто угадает? Я смотрю, папа начал раскидываться деньгами. Соришь деньгами, папа. Заинтересовать молодежь и наших зрителей. Ладно. Тому, кто угадает темную лошадку, выпьет и скажет, что это, тому я разрешу. Ничего. А целую неделю в телефоне сидеть. Не по графику, а в любое время. Ну, вне школы. Согласны? Да. Ну что, начинаем? Ачифифо. Я кручу, чифифо, кидаю. Масики, масики. Масики. Ты начинаешь, да? Ок. У нас за кадром есть голос за кадром. Извините за масло масляное. Этот голос за кадром будет нам подсказывать, в какой же рюмочка стаканчики, под каким номером, какой напиток налит. После того, как будет версия отгадывающего. Ну что, крутим. Иу! Что ты крутишь, я не поняла. Я кручу, крупье крутим. А крупье, ты что, крупье? Давай, погнали. Иу! Два сразу нолик. 17 черное! А теперь ищите среди черных стаканчиков. Где напиток потемнее, там и не видно. О, нашел! Оно же заодно и 20 черное, так что 20 черное тоже будет выбывать. Можно у себя там пометить. Пробуем! Так, Соня уже знает у нас за кадром, что это за напиток. Вообще до дна прям надо. В этом вся фишка, если будет черная лошадка, может там невкусно. Да, ну. Да, ну. А как это все вот пузырьки хлопаются? Все же газированные напитки. Давайте послушаем.
Ну что ты там выпил, это Георгий? Это либо Cola Zero, либо Pepsi Zero. Выбирай. Ну, либо-либо у нас не прокатит. Нам надо... Черт, я думаю, это... Вот прям ты Zero решил, да? Что прям Cola Zero. Да. Так Zero это без сахара, да? Да. Да, ты имеешь в виду без сахара? Да. Что там с... Кола за кадром! Это у нас Cola Zero? Прямой промах. То есть совсем не попал? Совсем не попал. А ну что нет, чутка попал. Нет, не говорить, попал. Что это было, мы не будем. Почему? Ну потому что вы будете знать, что было, и вам легче будет отгадывать потом и все остальное. А это было? Скажите? Вычеркивай. 2017, да? Это было Пепси, да. Вычеркивай. Хоть подскажи, да, кола это была или Пепси? Это кола. Кола. Ну что, Ярослав, твоя очередь, да? Я напишу ребятам буквами, что это было. Да, да, да. Ну, пока без баллов. Странно, что он не угадал. А не так, наверное, легко в маленькой дозе. Это в стакан целый можно внюхаться и принюхаться. Ладно, погнали. Надо из этого. Еще раз сейчас погнали бы. И что, где, когда включать эту? Именно так ты изобразил. На 3 секунды, не больше, да. Капхэт. Ты надеешься на зеленый нолик? Да. Нет. 17 черное. Было! А так как было, смотрим, что у нас рядом с 17 черным. 25, вот 25. Есть 25 красное и 34 красное. 25 красное. Какая ближе от того, что было? Вот красное 25, а это... Все, ближе, значит, вот это было. 25 и 27. Наверное, проще было перезапустить. Нет, ты устанешь перезапускать. У меня такое чувство, что это напиток, который не здесь. Значит, 25 и 27. Голос за кадром, приготовьтесь. Сейчас мы узнаем. Напиток это который темная лошадка или что-то из того, что на столе. Довольно такой. А с пальцем что? Грыз ногти опять? Не, это у меня давно было. Я даже не заметила. Давно? При рождении. Давно грыз. Ага, по цвету пытается. Мы ж хитренько все подобрали. Да-да-да. Здесь нету красного ничего. Это... Видно тебе какие-то? Фанта виноград. Вот это? Да. Красная? Да, это она. У нас фиолетовый. Я точно? Думаю, это она. Уверен? Да. Спросим у голоса за кадром. 27-25? Да. Фанта виноград. Ух ты! Ничего себе! По вкусу понял. А откуда? Почему именно фанта, а не мерида? Я пробовала это. Тут арбуз и черника. Так, ты когда это ты пробовал это? Не помню. Ага, а не помню. А тут больше вкуса. Ясно. Короче, хитрый. Ну что, Ярослав вырывается вперед, и у нас счет 1-0. Готов? Да. Претендует. Что ты знаешь? Ну а приз? Ноль, не уходи. Ноль, не уходи. Что это? Я что, я лишаюсь 100 долларов? Да. Просто вот, вот просто вот и вот. Даже если я проиграю, мне будет сотрудничать. Слушайте, если еще пару раз выпадет, я еще в долги. Достанешь, да? Или согласен. Достанешь из кармана. Но при этом он теряет попытку на угадывание. Блин, ну ты попытка на угадывание приходит к нему. Да ну и эту попытку, когда 100 баксов сразу дают. А вдруг он сейчас 100? Ну да. А, и телефон, да? Ну ладно, ну что поделаешь. А вдруг ему сейчас... Ноль выпадет. Да. Ну я не думаю. 6. 6 черное, ищем. 6, а, не так легко найти. Это... Там по несколько номерочков написано. Шел, показывай. Вот 6. Да, все верно. Пробуй. Что кроме будет шестерки там показан. Еще? Скажите, там что еще написано. Там 31 еще, правильно? Верно? Все, все верно. Вот цедитель. Ух, сюр будет только. Это Пепси обычно. Так, 31 и 6, попрошу. Зафиксировать, ничего не видно. Просунь туда 100 долларов. Видно, видно, видно. Ага, 31 и 6. Так, что ты говоришь, это... Кола обычная. Кола или Пепси? Обычная кола. А, Пепси, ой, Пепси. Пепси кола обычная. Пепси. Чуть не ошибся, смертельно. Так, голос за кадром, что это у нас? Полное непопадание. Ну что, у тебя так и остался 1 балл. Я так уверен. А у брата уже 100 долларов. И плюс шанс теперь у него еще на следующее 100, да? Да. Погнали? Вышли.
На вкус пепси был. Ю-ху! 13. 13 черная. А вот это 13 или... Да, это 13. Да, ты так находишь. А, 13. 13 и 10. Тут на одном стаканчике может быть 2, а то и 3 номера. Я взыматываю. Ты попробуешь, я покажу циферки, чтобы совпали. Значит, 13 и 10. Правильно голос за кадром? Что-то вкусное. Это так вкусно. Еще сейчас посмотрим. Что же это, что же это? Давай выпивай, пока не называй. Это вкусно. Что же это, что же это? Блин, ну блин. 10. 13 и 24. Да, отлично. Голос за кадром подтверждает? Имеется в наличии. Громче тогда, чтобы было слышно. Имеется в наличии. Имеется. Такого наличие. Вкуса, мне кажется, что это он, но он не газированный. Мне кажется, что это Витамикс, но он не газированный. Причем тут Витамикс? А вдруг это черная лошадка? Такого же вкуса такого. Вдруг это черная лошадка? Знаете, сколько вкусов Витамикса, ребята? Не, вкус по миллион. Так что, ты считаешь, что это... Это черная лошадка, что-то, назовем так. Чего тут нету, да? Нет, это не черная лошадка. Я ну, думаю, значит, это не Витамикс. Пока что я не думаю, что это у него. Значит, это не Витамикс тогда. Хотя... Думай быстрее. Ну, это, это не... Конце это был этот напиток. Черный. Не помню. Темный. Светло-темный. Светло-темный. Бело-черный. Ну что, давай. Ты считаешь кола лайм, да? Да. Проверяем голос за кадром. Кола лайм? Абсолютно не попадание. Да, блин. А что это было? Это черная лошадка. Ну что, счет у нас не поменялся. Тоже мне пивоные газированные напитки. А у нас же когда-то был челлендж по напиткам, и вроде они неплохо справлялись. Закрытыми глазами было, наверное, проще определить. Я походу понял, что это было. Ну давай для интереса. А нет, для интереса не надо. Мы не будем для интереса. У нас серьезные ставки. Конечно. Готов? Да. Погнали. Вышли. Это как эти звуковое сопровождение. Ага. 4 черные. Что-то все черное выпадает, да? Нет, там магнит, наверное, нет, стоит. Нет. Кто из вас включил какой-то вот аппарат? 4. Вот 4. Этот все находит. Читер. Ты смотри, этот все находит. Его надо убрать. Да, 4 сейчас мы покажем. Так, для проверки. Голос за кадром. 4 и 33. Пенка сверху. Все уже верно. Ну-ка. О, носом попробовал! Все, должен угадать! Черная лошадка. Черная лошадка, считаешь? Да. Ноздрями втянул. Ну-ка. Я бы сейчас попробовала черную лошадку. Это квас. Йоху, бочковой с червяками? Нет, квас. Так, я же его даже спрятал, его даже здесь нету. Дарк, дарк, дарк. Давайте покажем по венке, квас, чтобы все понимали. А где он все спрятал? Его должны были отнести. Это вроде еще темный. Сочка, принеси его, там я его не... О! Добавляй-ка еще раз такой. Сейчас узнаем. А как ты определишь, что темный? По цвету? Да. Давай покажем циферки. А это за что? Что за черный лошадка? Телефон на недельку. В любое время, но не в школе. Это квас. А, это... И темный именно, это... да? Подтверждаю, это именно темный квас. Молодчина. Давай крути. Да, черный. Темный вообще-то. Вкусный. Ой, какой-то темный. Покупайте, пробуйте. Так, ты хочешь... Крутить. Это какой-то продукт плейсмент, о котором я не знаю? Да, покупайте. Тебе уже заплатили, да? Да, крути! У меня 2 балла. И плюс телефон на неделю. Ой, Гоша, 100 баксов он у тебя купит за 50. А, нет. У-ху! Почти ноль. Что? У меня мог быть инфаркт. Вот 26. О, 26. Опять Ярик нашел. Теперь парень с измененными вкусовыми рецептами, который не может определить. Который дает версию, не угадывает, а потом, тут когда подтверждает, не угадывает, по цвету, он по цвету, по цвету. Это миринга. Сейчас мы, подождите, подтвердимся. 11 и 26. Соня, 11 и 26. Миринда? 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 Угадал. Наконец-то. Подтверждение там надо. Хотя и миринда апельсин, и фанта апельсин. 11-26, миринда. Ну что сказать, 1-1. Какой 1-1? 1-1? Я был я. Два. Я же два раза. А, темная лошадка, да? Точно. Точно, 2-1. Хотели тут какой-то это. Какой-то невнимательный крупье. Ну ладно, крутим еще раз. Крупа.
По инерции. Темная 2. Вот 2. Ты уже нашел. Держи. Может, это темная лошадка и обычная вода? Нет, нет. Это либо это, либо это. Либо это, либо то. Оп. Еще. Так. Спрячь. Не дай себе засунуть. Так, подтвердим цифры. 35, 2. Все равно плохо видно. И 28. 35, 2, 28. Неправильно. Счет не меняется. 2-1. Я думаю, это вода. Ладно, погнали дальше. Ну, вода, наверное, не такая по вкусу. Не, ну. Ну, вода явно не сладкая. Хотя, если темная лошадка, это сладкая вода, то да. Мне страшно. Нолик. Страшно мне. Вот хорошо. 35 черное. Что все черное? Что все черное? А потому что майка красная. Может быть. Нет, не здесь, может здесь. Если бы это, я бы сразу... Нет, не здесь. А, нет уже. А значит, 35 уже было. Голос за кадром, почему мы молчим? А, что? Да, было 35. 35 было, поэтому мы смотрим. Или 12 красное, или 3 красное, что рядышком. На выбор тому, чья очередь угадывать. 3 красное или 12 красное? Ну-ка. А 12 вообще где? А, вот 2. Хитрый. Ты выбираешь 12 красное, да? Хорошо. Ну подожди ты. Такое ощущение, что он где-то в баре когда-то был. Не был. Или в казино на соревнованиях. Ну и что это? Спрут. Не дай себе засохнуть. Молодец, но это было легко, потому что в прошлый раз светлый напиток. Ярик сказал, спрайт это было неправда, значит, второй светлый напиток. А вдруг да так ты... прошлый был 7-Up. Да, но... Потому что они прозрачные. Теперь ты тупишь, короче. Короче, за кадром немножко пару кадров будет. Так, кручу. Верчу, запутать хочу. Затупить хочу. Затупить родителей. Пожалуйста, я угадаю, что это, пожалуй. Это нолик. У-у-у, мимо. Нолик. У-у-у, два. 34 красное. Было у нас или нет? Не было. Не было! У нас, ищем. Кстати, вон та сплошная тут. Во, нашел! Сейчас начнется. Так, я помню, я пробовал, но... Когда ты уже пробовал? Ты покупал, но я не помню. Я покупал... Товарищ тренер, я им такое не покупаю. Это давно было. А-а-а. Очень. В первом классе. Да. 5.34. Правильно? Что он сказал? Ну, посмотри. 5.34, он вообще ничего не сказал. Он решил пересмотреть. Ты думаешь, именно в Пепси, да? Это кол. Я так понял, ты темный смотришь, да? Так. Ситуация зашла в тупик. Это этот вкус, это... Это виноград, потому что... Мне кажется, он затягивает время, мы сейчас отнимем у тебя целый бал! Кола-виноград? Есть такая? И что это? Пепси без сахара. Не знаю. Пепси без сахара. Я не уверен. Проверяем! Нет, вот... Я потерялась. Вот это, вот! Значит, подожди, определяйся. Вот это! Номер какой был? Это манго. Номер был, по-моему, 5.34. Это против правил. Я не хочу это судить. Он 3 раза поменял свое мнение. 5.34. Пепси манго. Правильно. Брат вырывается вперед. 3-2. Крути. Кручу-верчу. Осталось немного. Тут. 10 черное. Нет. Вот здесь. Или уже было. Надо посмотреть. Здесь черное было. Было! Выбирай! Рядом есть 23 красные и есть 5 красные. 23 вот, 23 вот. Или 5 красные. 5 было. 5 было, значит остается только 23 красные. Держи. Та-дам. Цвет, кстати, о многом говорит. Ну и внимательность. Какие-то опытные. Блин, я забыла тогда, что... Это... 14, 23, 16. Это миринда. Какая? Миринда. Ну вон там. Фатолетовая? Фатолетовая, да. Вот это?
Да. Да, Соня? Да. Ну, блин, Линда, ягодка, арбуз. Ха! Я вспомнил, я вроде бы называла, и она неверно была. Ру? Пацаны, а вы можете иногда в чистую обыграть кто-нибудь кого-нибудь? У вас вечно вот до последнего дымится башка у всех от вас. Играем дальше. Домой. 16 красная. Голос за кадром был у нас? 16? Красная. Не было. Здесь нет такого. Был. А, было там 23. Было, 16. Было. Поэтому рядом есть 24 черные и 33 черные. Из этого у нас осталось... 33 черные было. Было. 33. Тоже было. Следующие 5 красные и 1 красное. 5 было. Значит, вот один. Я беру. Вот, один не было. Держи. Как же все сложно. Это черная лошадка, я даже пробовать не буду. Что это интересно? Соевый соус. А надо выпить до конца, не считается. Не надо. Надо. За 100 баксов. Нет, за телефон еще на неделю, 2 недели. Сынок. Что, подтверждаешь? Соевый соус? Соевый соус. Дайте ему запить хоть кваса. У меня вторая черная лошадка. Да, и 4-3. Кваса дайте запить. Слышишь, ребенка. Если что, ты одну неделю на телефоне можешь брату за соточку-то продать. Я ему бесплатно. Ну, за полтинник хотя бы. А вкусно было? Очень. Очень. Вот видишь, и ты бесплатно отдаешь неделю тебе на телефоне. Ну, если вкусно, значит никакой недели на телефоне. Ну что, надо догонять брата, да? Я хочу вот это. Я хочу вот это, чтобы вот это. Вот прям. Пожалуйста. Хочу. Я сразу вспомнил, слушай. Ну забирай, сейчас я добавлю. Я не это хотел добавить. Я выиграю эту. Слушайте, ты выигрываешь. Я меняю. Я хочу на 200 баксов. У этого 2 телефона. 2 недели в телефоне. 2 телефона. 2 телефона. Для черной лошадки. 2-0. Ё-моё. А еще ж победителя надо будет выбрать. Так еще 0 может быть. Ну я хотел может. Вот это, чтобы было именно 0. А какой счет? 4-3. Но право выбора опять переходит к нему, потому что ему выпало 0. Я отклоняюсь, еще цифра тут. Не понял. Пахнет чем-то? Да, пахнет таким незнакомым. Я не это хотел. На 0 смотри. 18. Фух, тебе не это. Блин. 18 красное. Голос за кадром. Было? 18 и 21, правильно? Фу-фу-фу-фу. И 21. У вас тут так странно написано. Это у мамы. Тут нет такого. А, не было. Пей. Тоже выпил. Ой, это же была отрава от тараканов. 18 темная и 21. Я думаю, это кола ванила. Ваниль. Вот это? Да. 18, ну что? 21. Проверяем? Да, 18-21. Не попадание да. По всем родам. У тебя еще и шанс, Гоша. Кстати, забыл вначале рассказать. Это Ярик, это Гоша. А может быть и наоборот, может быть я перепутал. Да уже все их знают. Не все. Я Ярик. Я Гоша. Еще столько дядь. Так, явно этот 6 черное ушло. Ушло. По-моему, да? Ну, блин, рядом нет. А рядом у нас что? 34 и 27 красные. 34 и 27 красные тоже нету. Нет. Потом идет 17 и 13 черные. Нету. Дальше. Гоша, ты хочешь 300 баксов? Нет. 25 красные и 36 красные. 25 красные нету. Нету. 2 черные или 11 черные? 2 черные, вот. Это а, нет, это просто... 2 черные или, какое я назвал? 11 черные. Нету. Так, 30 красные. Этот папа вечно как... И 21. О, есть 30 красные. Правило. Нет, что где шарик ближе, там мы берем. А, я знаю, что он хочет. А, типа, я знаю, что он хочет. Я знаю, что он хочет. Так точно все уйдет. Не надо будет долго ждать. Что же он хочет? Так, это у нас что там? 9 и... 30. И 30. Че это, Гош? Ой. Ты 100%. Можешь, кстати, один балл купить у меня за 100 долларов, если хочешь. Чего? Счет сравняется. А у тебя будут шансы снова выиграть. Так, папа тут... Если я сейчас не угадаю, я куплю. Успокойся, Гошан, успокойся. Держи при себе бабло. Не, при следующем ходе. Реально, ты столько купишь. Это Пепси. Надо быть азартнее. Ярик же ж не угадал. Это ванила.
Кула бани. Проверяем. Отверно. Вот это! Да это, пацаны, не казино, это коптильня какая-то. 4-4. Я думал, Ярик это угадал, но потом я вспомнил. Я думал, это что-то из Пепси. Но потом я вспомнил, что есть вот это вот. Утя, играем? Твоя очередь. Погнали. Погнали. Ну, слушайте, если он еще и выиграет, это будет круто. Камбэк. А, с 200 баксами? Да тут же проигрывать можно. 21 красная. Есть? Нет. Так, дальше. 4 или 2 черная? 4 может быть. Нету. Нету. 25 или 19 красная? Нету. 15 или 17? 15. Вот, забирай. Нет! Уже цвет видит, уже легче становится. Сейчас мы узнаем. Но надо еще это, вспомнить, кто как угадывал, да. Что тут помню? Фанта. Да блин. Фанта, вливайся! Ну что, голос за кадром, это Фанта? Да. У-ху! 5-4! Не вода! 5-4! Отлично! Ну что, догоняешь? Гоша, что ты грустишь? У тебя 200 баксов. Я не понимаю. У тебя 200 баксов. Подумаешь, он 100 выиграет. Я знаю, что он грустит. У него еще деньги с телефоном. Да купишь у него неделю за сотню легко. Он бесплатно тебе сказал, отдаст. Не, я пошутил. Он уже передумал, до него дошло. Он когда уже стал опытным игроком в казино, он все понял. Будь здоров. Спасибо, извините. Крути, еще можно сейчас еще одну назвать. Это Пепси. Еще есть шанс отыграть. Ноль, пожалуйста, ноль. Ноль. Да! И нафига я на это согласился? Короче, ребята, еще чуть-чуть, и нам не на что будет приклеить плинтуса. Ладно, неси мать деньги. Так, ну что, папа, у тебя там денег в значке больше нету. Я принесла свои, будешь должен 400. Я понял, я уже в долгах. Ну вот, напоминаем, у Гоши третье зеро. Гоша? За одну ходку в казино. Гоша? Это же у папы. Это победителю. Ну да, я везунчик. А ему просто везет то, что деньги к нему как. Что поделаешь, но тебе переходит право выбора. Смотрите, его вообще ему прет. 300 баксов, напился вкусняшки, потому что вся невкусняшка попала Ярику. Вкусняшка это неделя с телефоном. Ну квас еще ладно. Я в шоке. Ты в шоке? Я проиграл в два раза больше, чем рассчитывал. Да потому что надо говорить $10, $20 ставки, а тут по 100 баксов. Я не понимаю, что он грустит. У него так $300. Он сидит, как будто, я не знаю. Он еще и в том возрасте, когда он не понимает, что 100 баксов в кармане и неделя на телефоне, лучше 100 баксов в кармане. Поверь. Ладно, готов угадывать? Да. Ну у тебя 5 баллов, у него 4, у тебя есть еще шанс соточку выиграть. А вдруг сейчас еще зеро упадет, я еще в минус 100. Никак. Минус 200, я уже тебе под проценты даю. Я хочу выиграть и получить еще одну сотку. Да понятно, все хотят. 20 черная. Нет. Да, здесь было. Ну давай просто черный тогда стаканчик, потому черный, что там красный. Черный, да? Да. Держи. Тутумбер. А сейчас на внимательность, чего еще не какая было? Какая там циферка, товарищи? Сейчас скажем. Пока не называй ничего. Значит, у нас цифра 8 и 29. Голос за кадром совпадает? 29-8. Да. 29-8, отлично. Что это, Ярабан? То есть ты решил, что это точно Пепси, да? Тут еще одна, если что, есть. Тогда будем. Обычная? Да. Пепси обычная? Да. Надеюсь. Хоть... Неверно. Да. Потому что, по-моему, ты невнимательна, она уже была. Да? Да! По-моему, была уже. Ребят, кто пересмотрит, по-моему, уже кто-то ее называл, она была, а Ярик просто не услышал. Была тут. Тутумбер. Да, все равно он в 11 явно не угадал бы. Ну что сказать, есть шанс на ничью, и я тебе и ему. Сейчас какой счет? 5-4. Нет, пожалуйста, все. Не угадал. Теперь узнаем, выиграет ли Ярик. Так все, давай ему, чего ты крутишь. Шот давай, ему еще последняя угадать. Последняя. А я так, мне понравилось. А если ему 0 выпадет? Гошка, пробуй. Вот даже просто красный, интересно. Хоть бы 0, подожди. хоть бы ноль. Нет! А ты говоришь, отдавай, а вдруг зеро зеленое выпало бы? Ага, видишь, не выпало. А так бы не сбивало бы с мысли, может быть, выпало. Хлюп-хлюп-хлюп-хлюп-хлюп, калялики. Люп-люп-люп-люп. Я не помню, оно было или нет. Надо быть внимательным. Называй. Семь и 32.
Оставь! Ты бы хоть смаковал, нюхал бы, а то пьешь. Как ты так быстро? Это вроде бы было, а это я не угадал, что я могу начать. Разговор сам с собой. Какая? Кока-кола. Вот это просто кола. Просто. Классическая? Думаю, да. Обычная кола. Готов? Нет, я вспомнил. Нет, это кола без сахара. Точно? Да. Было за кадром. Вот и неправильно. А вот ради интересно, это была классическая кола? Это была пепси без сахара. Это была пепси без сахара. Держи! Ну что сказать, ребята, вы все были на канале Масики. Все равно Маша выиграл. Вернулся ты. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видосы. И пишите в комментариях. Кто же все-таки победил? Гоша... А тот, кто проиграл, мы уже точно знаем. Я только сейчас понял то, что я рад одной. Смотрите, как вы считаете, пишите. И двум неделям на телефоне. Кто победил? Я Алик со 100 баксами и двумя неделями в телефоне. Папа победил. Папа проиграл. Или Гоша с 300 баксами и без телефона. Несмотря на то, что у папы было 3-0, он проиграл. Все, всем пока. А, кстати, процент крупье.